Компания Tanfa создана в 2001 году. Как раз на следующий год уже будет ровно 20 лет. За последние 20 лет компания Tanfa от локального китайского производителя оборудования для системы видеонаблюдения до мирового лидера среди поставщиков решения и услуги в области интеллектуальных систем видеонаблюдения. Сейчас компания Tanfa уже корпорация, в которой работает более 16 тысяч сотрудников и работаем в больше 180 странах и регионах. Ну, конечно, и в том числе Россия и прежние за рубежем. Продукция Tanfa может быть использована в многих сферах в жизни, таких как в розничная торговля, школы, гостиница, банки, безопасный город и регулярное дорожное движение. VizMind – это наша серия камер, которая обладает большой технологичностью. То есть это не только камера, хотелось бы сразу сказать. То есть в это понятие у нас входит достаточно большое количество оборудования. Стандарт HDCVI – это, собственно, разработка компании Dahua. Это аналоговое видеонаблюдение. В принципе, родоначальником всего видеонаблюдения, всего CCTV, это было, в принципе, аналоговое видео. Мы разработали решение по мониторингу температуры тела человека в потоке. За последние несколько лет рынок безопасности и видеонаблюдения сильно изменился. Акцент сместился от отдельного продукта к готовому решению, которое может избавить клиентов от проблем и принести ему выгоду. В компании Dahua Technology очень внимательно отслеживают эту тенденцию и реагируют на изменения потребностей клиентов, которая позволила добиться впечатляющих финансовых показателей. Этот год принес множество интересных проектов.